Пришли с повинной, а больше им ничего и не оставалось. Хулиганы, оставившие свои подписи на стене в подземном переходе у Дворца культуры имени Юрия Гагарина, с поникшими головами предстали перед заместителем главы администрации Оксаной Ерохановой. Вот я надеюсь, что после нашего с вами общения вы не пойдете по плохой дорожке и начнете прежде всего уважать наших жителей, с которыми вы живете рядом. Напомним, что пару дней назад в отремонтированном подземном переходе появилась группа 20-летних молодых людей, уже не подростков. Оглядевшись по сторонам, они достали баллончики с краской и попали в объектив камер видеонаблюдения. Подземный переход у Дворца культуры ремонтировали все лето. Построили прозрачные навесы, обновили стены и ступени. Вандалы еще в процессе строительных работ проявили себя. Рабочие то и дело перекрашивали стены. Поэтому было принято решение поставить в переходе видеонаблюдение. Авторов последних надписей искали через социальные сети. Пост от имени администрации округа разошелся по всем пабликам. Виновникам было велено явиться самим, что они и сделали. Куда мне ребят тебе прислать? Они будут закрашивать. Теперь хулиганам дадут краски, чтобы убрать собственную наскальную живопись. Я вообще такой человек, я хочу верить, что люди, которые совершают ошибки, у них всегда должна быть возможность их исправить и понять, а мы должны им помочь понять, что они совершили ошибку. Ну, я видела в глазах ребят, в принципе, честно сказать, раскаяние. Они сами попросили дать им возможность исправиться, закрасить пешеходный переход. Я надеюсь, что это им урок на всю жизнь, и теперь они пойдут только по правильной дорожке.